Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня хочу вам показать вот эти сапожки. Я вам обещала снять мастер-класс на них. Носочки-сапожки, скажем так. Вот, с сайта Drops Design, или как правильно сказать. Вот они, такие симпатичные. Нашла их в чешском переводе, русского, к сожалению, тут нет. Даже при выборе перевода тут русского нет. Поэтому, так как я знаю чешский, я их вам сейчас покажу. Ссылочку на источник я обязательно вам оставлю, потому что это по правилам YouTube, чтобы это не было как бы ворованное. Вот. А сейчас мы их с вами свяжем и посмотрим, что у нас получится. Так, куколки, буду вам показывать параллельно два носочка. То есть буду вязать одновременно, чтобы вы понимали, левый и правый. Значит, набираем мы 46 петель. Вяжем вот здесь, вот видно, 4 ряда лицевыми петлями платочной вязкой. Потом переходим, оставляем 5 петель, не считая кромочной платочной вязки. Далее рисовая вязка, я ее так называю. Вот, и вяжем 15 сантиметров вот эту планочку, 5 петель и 41 петля этим основным узором, рисовой вязочкой. То есть это простая как бы путанка еще нет, рисовая это по 2 ряда, а путанка по одному ряду. То есть мы чередуем лицевые с изнаночными и в следующем ряду наоборот. Вторую половинку мы вяжем точно так же, но в зеркальном отражении. Вот видите, планки у нас сходятся к себе две. То есть такая же штучка, но только в зеркальном отражении. Вот она. Теперь мы вот эти 5 петель будем закрывать. Эти и эти 5 петель мы закроем. Это будет наша отдельная планочка как бы на застежечку. И продолжаем вязать вот как бы вот эту часть. 11 петель мы вяжем вот так вот ровненько здесь. А здесь тоже закрываем 5 петель и 11 петель вяжем ровненько. Потом далее я буду рассказывать. Закрываем 5 петель. Раз, два, три. 4, 5. Вот наш узор. Вяжем 11 петель. Раз, два, три, 4. Видите, там, где была лицевая, я вяжу изнаночную. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 и добавляем тут одну кромочную. Я ее вывяжу отсюда еще одну петелечку, чтобы не было дырочек. Я ее вытяну отсюда. Вот. Для чего это кромочная? Чтобы не терять, как бы оно было ровненькое, потому как кромочная, она потом теряется и искажается как бы вид. Изнаночный ряд вяжем основным узором и в конце точно так же вытащим кромочную. То есть у нас получится 13 петель. 11 мы взяли со спиц и по одной добавили, вот это будет лицевая, потому как она уже не кромочная. Вот, добавила я эти две кромочные. Теперь у нас на спицах 13 петель. 11 мы взяли с основного полотна и 2 добавили как бы кромочные. И вяжем эти 13 петель ровненько вверх. Вот, связала я вот эти части. Опять же, в зеркальном отражении видим. Вот. Так. Вот они. Сейчас будем набирать мы нашу стопу
стелечки. Я немного отступлю, конечно. Ну, вряд ли вы там чего-то прочитаете у моей ссылки чешской, но у них там дано четкое как бы описание набора петель. Я считаю, что нам важно понять сам принцип. Поэтому я не буду, немножечко отступлю от самого как бы описания и расскажу вам свое мнение как бы на это все дело. Я, допустим, там написано четко, сколько петель, а я буду набирать просто, я не буду убирать кромочную, я ее оставлю, буду набирать с каждой кромочной, вот сколько у меня получится, сколько я и наберу, потому как размеры вы будете вязать разные, поэтому четкого, как бы, и вот эта часть, она будет у всех разная. И четкого понятия, как бы, сколько там набрать петель, я думаю, не может быть просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шестнадцать. Вот, у меня получается 17 петель, но я вытяну 18-ю, потому как нам нужно четное количество петель, чтобы восстановить наш узор. Значит, вот, одну сторону я набрала, значит, соответственно, по 18 петель у меня на везде должно быть, с этих боковушечек набрать я должна 18 петель. Теперь я перехожу на вот эти, теперь мы будем вязать в круговую. Далее продолжаю вязать вот эти петли, которые мы оставили, не вязали. Так, вот смотрите. И вот здесь, вот где у нас вот эта планочка, смотрите. Я отсюда, то есть со второй части вот этого хлястика, я набираю опять же 18 петель. Вот так вот. Передвину немножечко спицы, вот точно под этой планкой, чтобы планка у нас как бы перекрыла это все дело, и мы здесь вот набираем 18 петель. 1, 2, 3, 4, будет 16 18. То есть мы поняли, что никаких четких ограничений зависит от того, сколько у вас вот эта часть. Набираем петли из каждой кромочной. Вот он у нас вырисовался, мы провязали по кругу. Теперь вяжем 2 сантиметра основной вязкой. Здесь во втором мы идем, здесь вот набираем 18 петель, переходим на вот эти телечки, провязываем и заканчиваем этой стороной, то есть точно так же, но в обратном порядке, и вяжем 2. Провязала я 2 сантиметра, и вот такой, на такой вот стадии мы находимся. Вот эти 2 сантиметра, которые я провязала. У меня в общей сложности, девчонки, получилось 80 петель. Поэтому напополам у меня делится прекрасно. Сейчас нам нужно это все дело разделить напополам, обозначить тут центральную петлю и тут центральную петлю. И одинаковое количество петель между этими обозначенными петлями. Я обозначивала таким вот образом, чтобы попроще первую центральную. Вот из этих 13 я нашла центральную. И от нее уже считала 39 петель. И обозначала вторую. Вот. Теперь переходим. И кто смотрел мои вот эти первые носочки из дропса, то те уже этот способ знают. Кто не смотрел, показываю. Сейчас мы вяжем ступню. Обозначили центр переда и центр пяточки, распределили наши петли равномерно между этими центрами и вяжем лицевыми петлями. Ступню мы вяжем по кругу тоже лицевыми петлями.
Сокращения будут вот слева и справа от обозначенной петли по 2 петли. По 2 петли, как реглан вяжется. На носочки и на пяточки. В каждом втором ряду. То есть не в каждом ряду мы делаем эти убавления, а в каждом через ряд, в каждом втором. И вяжем все лицевыми петелечками. Ой. Вяжем на высоту приблизительно 4 сантиметра. 3-4 сантиметра, как там написано. Но сейчас я когда свяжу, я вам покажу. Для верности просто сконтролируйте потом это все дело. Там может быть 3,5 сантиметра, 4. Я сейчас вам покажу, когда это все свяжу. То есть примерно это будет, не знаю, сколько рядов, тоже потом скажу. Вот так вот по кругу лицевыми петелечками вяжем. Опять, видите, следующая наша лицевая петля, петля обозначенная, перед ней 2 вместе. Эту петлю провязываем, потом ниточки эти уберем, если есть маркеры, обозначаем маркерами. И после нее, теперь следующий круг я вяжу без убавлений, в третьем кругу я убавляю точно так же и вяжу на высоту. Так, вот провязала я, смотрите, у меня тут рядов, 1, 2, 3, 4, 10 рядов, то есть 5 раз я убавила вот эти тут по 2 петелечки, вот это можно уже убрать. Приблизительно, вот смотрите, чтобы как бы этот сапожечек, этот носочек, вот смотрите, если его так сложить, и получается такая подошевка, чтобы он принял форму. Вот я думаю, этого достаточно. Это у нас уйдет в высоту, и для подошвы это нормально. Сейчас мы либо закрываем эти петли и потом просто сшиваем, либо сшиваем иголочкой, просто захватываю так вот, начиная от этого уголочка, и постепенно сшиваем. Далее, вот второй у меня тоже точно так же. Далее, что я еще буду делать? Пришью пуговки. Пуговки пришью, я не делала дырок, там не написано. Но там написано, что здесь как бы потайные кнопки, а пуговки декоративные как бы. Я не буду не делать, как бы декоративных кнопок делать я не буду. Я просто вот так вот, захватывая обе части, нашью здесь пуговки. Они у меня будут декоративные. Я считаю, расстегивать мне это не нужно будет, оно и так на ножку налезет. А вы как хотите, можете нашить здесь кнопочки и потом пуговки. А можете сделать дырочки, чтобы застегивалось. Можете сделать так, как я. Сейчас я доделаю и покажу вам результат. Так, в общем, девчонки, вот мои два носка-сапожка. Не знаю, как их назвать. Вот так вот, левый и правый они выглядят. Пришила я пуговочки. Подошва. Вот видите, как выглядит эта подошва. Я сшила. Вот когда его поставишь, оденешь на ножку, он, ну, по ножке, конечно, оно красивее выглядит, когда оденется на ножечку. Вот такие вот сапожечки. Кстати, уже вчера я в них походила по дому. Удобненькие, мягенькие, приятненькие, симпатичные. Ну вот и все, девчонки. Разобрались мы со всем этим, со схемкой. С вами была Вика и школа рукоделия. Всем пока-пока.